голубчики мои, сейчас будем мультики смотреть. Ну, не просто так, а для понимания. И это просветление. Вы что думаете, мультики это обхохотался и все? А вот и нет. Одни мультики несут эту, как ее, но несут. А другие не несут и не хотят. Одни объясняют, что хорошо, что плохо, а другие только хихоньки да хахоньки, без пользы. Итак, приступаем. Опять эта погода воспитание срывает. Эх, придется к Мишке хлюпать. На чем только не пойдешь, чтобы объяснить, что хорошо, что плохо. Работай!
Совещаний политического государства. Не то. Ох, и скукотень. Ah!
Осваивайся, а я сейчас.
но и здесь, пока не познакомлю. Yeah!